У нас праздник, ночь искусств. Мы с моим помощником встречаем гостей. Я Красная Королева, а это мой помощник Паш. Наша программа начинается с волшебства. Мы отправляемся в сказку «Алиса в стране чудес». Нас здесь ждут и цирковые представления, и музыкальные номера, фокусы, эксперименты и многое-многое другое. Добро пожаловать в сказку. Ночь искусств – это захватывающий праздник, полный эмоций. Королева не обманула. В залах библиотеки развернулись творческие площадки, на которых каждый смог окунуться в настоящий мир сказки, в котором было много музыки и концертных номеров. Самой интересной локацией для маленьких муравлян оказалась волшебная лаборатория белого кролика. Лаборатория белого кролика. Здесь мы делаем волшебные опыты, простейшие, те, которые детям очень нравятся. То есть это и надуваем шарик с помощью волшебной химии, с помощью соды и уксуса. А сейчас готовим опыт про извержение вулкана. Еще несколько секунд, и за каждым из столов произошло настоящее извержение вулкана. Красочное и неповторимое. Все вулканы извергали лаву разного цвета. Восторгу детворы не было предела. Ну а взрослые в это время наслаждались классической музыкой. Мы тоже принимаем участие в празднике. Пока дети занимаются мастер-классом, мы развлекаем взрослых. Лично я играл Элегию Абрамова. Яркая концертная программа и работа интерактивных площадок никого не оставили равнодушными. Удивительная сказочная ночь пришлась по душе всем, и взрослым, и детям. Все очень понравилось, все было замечательно. Дети довольны, сказали, когда мы еще сюда придем. Я в эту библиотеку хожу уже 2 года. Мне очень нравится. Вообще все прекрасно. Девочки замечательные, коллективы, очень хороший праздник. Я очень рада, не пропускаю, стараюсь не пропускать, поэтому все такие доброжелательные, все хорошие, все добрые. Можно многому всему научиться здесь, понимаете? И доброте, и ласке, подсказать друг друга, поддержать даже. На память об этом событии во многих семейных альбомах останутся снимки. На протяжении всего мероприятия в фойе библиотеки на улице Льва Толстого работали фотозоны. Елена Петрова, Артем Корнилов. Наши новости.